Всем привет! Вот вышла из дома. Показываю вам. 2 года назад так захотела калину. Посадила, все принялось. Теперь у меня около дома есть калина. Так же, как в песне «Ой, у Лузи червона калина». Теперь у меня будет, которая будет защищать мой дом. Сейчас пришлось выйти из дома и пойти в школу. Сказали, что выписали Саше табель. Вот тут мы живем, у нас вот такие дома, разные. Частный сектор, почти в центре. Вот. И пойду, получать табель в школе. Школу мы закончили, украинскую школу, и ходили в Германии. Вот именно мой внук, младший Саша, ходил в Германии, посещал уроки онлайн в этой школе. Полностью сдавал все задания, все. Но вот сейчас выписали табель, надо получить. И будем мы его держать дома, потому что мы не знаем, что и как будет дальше. Или мы будем там учиться, или мы будем сюда возвращаться. В общем, дети закончили школу. Закончил очень хорошо. По-моему, если бы не одна оценочка, то был бы отличником. Ну, извините, в такое время на расстоянии это очень хорошо. Школа у нас рядом. Небольшая школа. Вот я иду с вами и болтаю. Дети пешком ходили всегда. Света заканчивала 9 классов. Тут она 9-летняя. И потом переходишь уже в более старшую школу. В школе до сих пор у нас живут беженцы. Я относила учебники. И вот видела, много человек живет. Ну, потому что в их городах не закончилась война. И люди живут, привыкают. У нас здесь тихо, хорошо. Ну, куда им деваться? Сейчас приду, возьму табель Сашин, поразговариваю. Может, что-то еще им нужно, беженцам. Какие-то вещички. У нас много осталось же вещей Сашиных. Мы с них вырастаем. Я уже носила для мальчика Сашины вещи. Ну, там уже новые подъехали. И поэтому, возможно, что-то надо с летних вещей. Вот. Поэтому, ну, буду спрашивать. И по возможности, конечно, если что-то надо, постараюсь помочь. Вот я уже почти подхожу к школе. Что еще вам рассказать? Света закончила 11 классов на отлично. Училась только онлайн. Честно, даже не знаю. Наверное, ну, это 11 классов на отлично, это золотая медаль. Не знаю, как в этом году будет. Конечно, мы пережили. Мне было очень обидно, досадно, что в этом году у них не было последнего звонка. До слез, честно говоря. Мы готовились с сентября. Уже были закуплены и ткань у девчонок. И они разучивали вальс, ну, на последний звонок. Как-то планировали что-то. Выпускной мы уже тоже определились, где будут дети встречать его, как. Ну, вот, жизнь внесла свои поправки. Ну, а вот наша школа. Я уже подошла к ней. Уютненькая, родная. Снимать, конечно, не буду в серединке. Поэтому показываю вам, как у нас здесь хорошо. Всегда все ухожено.
очень хорошие учителя. Мы довольны все время были этой школой. Вот так пришла получать табель за учебный год. Все, ребята, получила табель Сашкин. Ну, 2 девяточки по украинской мове и по этике. Что там по этике, я не знаю. Ну, в общем, почти отличник. Ну, это уже хорошо. То, что по украинской мове 9, это тоже очень хорошо, потому что язык сложный, а у нас семья, конечно, русскоязычная, хотя он учился и на 10, и на 9. Ну, так как пришлось учиться онлайн, и учебников в Германии скачивать нельзя, а все учебники выезжали быстро и с маленькими сумками остались здесь, то вот каждый день я вам расскажу, он мне присылал задание, я фотографировала как могла и отсылала ему. И вот это правило, все. Ну вот как-то мы так учились, я очень довольная, что он так закончил. Вот такие дела. Ну, в школе подошла к беженцам, спросила их, может, какая-то помощь нужна. У директора школы спросила, говорю, ну, что-то может быть помочь. Ребята, все есть, ничего не надо. Я одежду относила, вот эту бабушку тоже встретила. Она говорит, спасибо, пользуемся. Обеспечили их всем, питание. Вот это я уже другой улочкой иду, срезала. Вот, питание им привозят, помощь дают. Ну, люди ни на что не жалуются. Спасибо, что дали, где жить. Все ждут, когда закончится война. И когда люди вернутся к себе домой. Все на позитиве. Вот так мы живем. Ну все, ребята, пока. Я вам все рассказала. Вот так у нас тут красиво. Даже вот маленькие дома каждый. Все ухожено. Все, ну, все красиво. Так что вот так мы живем. Всем пока.